Здравствуйте. Представьтесь, расскажите, пожалуйста, кого вы косплеите. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я косплею Гарри Поттера. Вы сами делали этот костюм? И времени сколько у вас это заняло? Ну, костюм я делал не сам. Его заказывал с Китая. Именно плащ и вот этот свитер. Рубашка, штаны, собственно, здесь. Палочку заказывал с Петербурга. Наверное, тоже китайская. А основная это вот часть, это лицо все-таки. А вы кого-то еще косплеили? У вас есть дома кого-то еще косплей? Да, у меня есть костюм Алекса Мерсера, но я бы в нем пришел, но я сломал руку его, а именно этот клинок большой. И, соответственно, делать его, переделать его было долго, поэтому 2 дня в Гарри Поттере буду. Вы собираетесь кого-то еще косплеить? Да, я хотел бы персонажа из Лола косплеить, но на это нужно время, чтобы сделать. Поэтому, ну, надеюсь, получится. Как вам и второй день Непикона? Как фестиваль? Ну, фестиваль в целом нормально. Его, как я понимаю, строит... Ну, вообще он стоит на косплее, поэтому тут, в принципе, только общение. Стенды, ну, стенды стендами, что они есть для галочки, нормально. А вы что-то коллекционируете? У вас есть какое-то хобби? Да, я коллекционирую лего, много лего. Ну и из коллекционирования все. А может, книги какие-нибудь? Нет, книжки я не коллекционирую. Я их иногда читаю, но не коллекционирую. Какую бы вы хотели себе суперспособность в жизни? Да не суперспособность. Я бы палочку хотел настоящую, чтобы она прям колдовала. В общем-то, и все. Прямо из пера Феникса? Хоть какую-нибудь, любую. Какой персонаж вам больше всего нравится из Гарри Поттера? Ну, Гермиона. А почему не супруга Гарри Поттера? Без разницы, ладно. Какой у вас любимый фильм? Джон Уик. А вы все книги по Гарри Поттеру читали? Да. Да, все. Даже последнее «Проклятое дитя»? Что вам больше понравилось, книги или фильмы? По Гарри Поттеру или обобщенно? Можно и по Гарри Поттеру, можно уже потом и обобщенно. Ага, но по Гарри Поттеру мне понравились. Да, в смысле понравились? Мне и то нравится. Как бы книги не дополняют фильмы. Хорошо. Так. Что-то еще хотели бы сказать? Ну, зрителям. Зрителям хочу передать всем привет. Ну, чтобы делали косплей, это мне так тяжело. И может приходить на фестивали. Это, в принципе, весело. Большое спасибо вам за интервью.